В родильный дом в январе поступило сразу два аппарата. Медицинское название – открытая система реанимации для новорожденных. А по-простому это оборудованный стол, в котором есть всевозможные датчики слежения за младенцем – пульсом, давлением, биением сердца. При необходимости за считанные минуты система сделает рентген. Универсальный датчик, контролируя температуру ребенка, сам регулирует подогрев поверхности стола. Для детей с асфиксией есть кислородная маска. Часто такая помощь нужна недоношенным и маловесным детям. Данные выводятся на мониторы, сохраняются в истории новорожденного. Все включено уже в реанимационную систему, что, соответственно, позволяет сократить время настройки оборудования для персонала, более мобильно и более быстро разворачивать реанимационную помощь. Стоимость одного такого аппарата более 1,5 миллиона рублей. Приобрел их республиканский роддом на собственные средства. Система реанимации мобильная, и в принципе пройти обследование могут все новорожденные. Но пока технологичные столы установлены в родильном блоке для осложненных родов, другой в операционной, где проводится первичная реанимация, в том числе после кесарево сечения. Вторичная реанимационная помощь занимает по времени всегда индивидуально. Зависит от степени асфиксии, от срока дистанции, от массы тела. Иногда это быстро, иногда это до 1,5–2 часов наши пациенты находятся в родильном зале до стабилизации состояния. Нестабилизированных пациентов мы никуда не транспортируем. Мы с этой целью столы и приобрели. Новейшее оборудование будут использовать и в строящемся перинатальном центре. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.